Готовы? Маша, ты готова? Страшно? Нет, страшно. И тебе страшно? Да, самолет маленький. Ты уже привыкшая. Да, нормальный. Обзор на наш номер в Дубае. Итак. Так, вот так? Да, вроде. Мы заходим. Вставляем карту, я не знаю зачем. Обычно свет выключается, но тут свет не выключается. Итак, начинаем мы с туалета. Это один такой вот маленький туалет. Тут туалет и раковина, я тут разложила. Тут разложила уже свои вещи, буду краситься тут. Дальше. Дальше стоит кухня. У нас здесь холодильник, чайник, чай, кружки, вода. Все. Короче, есть плита. Правда, нет кастрюли. Это минус. Кастрюли, сковородок вот. Не поготовишь. Дальше, что немаловажно, это зеркало в полный рост. Кто-то подумает, что зачем оно? А это очень важно. Так вот посмотрели на свой образ. И пошли. Кухня у нас совмещена с столовой и гостиной. Ну, то есть это столовая, кухня, столовая, зал, гостиная. Все вместе. Наши чемоданы. Родительские мои я уже почти разложила. Вот. Тут наш зал, гостиная. Тут очень такие вот прям большие окна. Очень цвет хороший. Мне это нравится. Наш телевизор, на котором мы уже включали русские каналы, но я все, как всегда, испортила. Тут я разложила вещи уже, мой чемодан. Может позвонить по номеру телефона там, на ресепшн, допустим. Вот. Кресло, диван, стол, моя кровать, мой Тёма. И мы идём... Мой Тёма. Тёма. Тёма на месте, да. А как без Тёмы? А как же без Тёмы жить? Это родительская комната. Я хотела завоевать её себе, но не получилось. Мама не закрыла балкон, и поэтому в комнате стало жарко. И душно. Поддерживается 22 градуса. Уже не поддерживается. В комнате работает кондиционер, и себя должно поддерживать 22 градуса. Вот. А на улице у нас 43. 43 градуса. Очень жарко. И очень горячий ветер. Прям жутко. Так. Прям очень-очень жарко. Очень жарко, да. Покажу. Вот такой вот балкончик. Ну, я бы не сказала, что... Нет, не надо. Сейчас вам жарко будет. Я бы не сказала, что супер красивый вид. Ну ничего такое. Там даже виднеются высотки. Такая вот улица. Мне нравится такой вот стиль. Опять же, телефончик. Кровать. Алло, алло. Стол. И стула. Кстати, правда, где стол? Там был? Нет. Ну, просто стол. Он стол. Кресло. Стол с ящичком и зеркалом. Потом телевизор. По-моему, он меньше, чем наш. Гостиной. Такой же. Такой же? Боже. Нет, он меньше. Такая, ладно, пусть меньше. Кровать. Красивая картина с Бурдж-Халифой. Мне очень нравится. Я надеюсь... Ну, мы там как-нибудь побываем. Я надеюсь, сегодня вечером. Да-да-да. Сегодня. Мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Такой вот шкаф-купе. Вот. Вешалки даже есть. И вот тут у нас сейф. Пока что, в котором ничего не лежит. А это что? Давайте посмотрим. Это у нас... Это губка для обуви. Идеально подходит. Мне кажется, черные кроссовки. И что-то еще. Это, скорее всего, швейный набор. Да, это швейный набор. Идемте дальше.
И тапочки вот, кстати, есть. Итак, ванная комната. Начнем мы с такого вот большого зеркала с очень хорошим освещением. И также вот такого вот есть маленькое зеркало. Вот, тут очень много всяких шампуник. И даже есть две щетки с пастой. Маленькая такой. Такая минимализная паста. Туалет, биде. Ванная комната, в которой расположилась Маша. Закрою. Нет. Пока. Душ, душ, душ. Самый обычный душ. Душ. Все, круто. Что еще не рассказал, да? Я, в принципе, рассказала уже все. Папа, уйди, пожалуйста. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мне нравится.